Здравствуйте, дорогие ученики! Начинаем урок русского языка, второй класс. 61 урок, тема урока «Овощи, которые растут над и под землей». Раздел «Окружающая среда». Цель урока – ты будешь учиться правильно использовать предложения в предлоге «над» и «под», составлять рассказ, описание, использовать притчи на ином письме глаголы. Упражнение номер один – прочитай загадки, напиши отгадки. Под землей живут семейки, поливаем их из лейки. И Полину, и Антошку позовем копать картошку. Он на грядке летом жил, с жарким солнышком дружил. С ним веселье и задор, он зовется Помидор. Упражнение номер два. Где растут картофель и помидор? Напиши в тетрадь предложение. Помидор в теплице жил, с жарким солнышком дружил. Картошка растет под землей, помидор растет на грядке. Помидор в теплице жил, жарким солнышком дружил. Назови глаголы, на какой вопрос они отвечают, определи вот время и число. Глаголы «жил», «дружил» отвечают на вопрос «что делал». Мужской род, прошедшее время, единственное число. Почему слово «Алина и Антошка» написано с большой буквой? «Алина и Антошка» пишут с большой буквы, потому что это имена людей. Упражнение номер два. Ребята, спиши предложение в тетрадь. Картофель растет под землей в земле. Помидоры растут на земле над землей. Назови предлоги, чем отличаются глаголы растет и растут. Предлоги под, в, на, над. Растет единственное число, а растут множественное число. Вспомни предлоги со словами, пишутся раздельно. Упражнение номер три. Рассмотри картинки и поиграйте над землей, под землей. Послушай учителя. Если ты услышал название овощи, которое растет под землей, хлопни один раз. Если это овощ, который растет над землей, хлопни два раза. Слова помидор, картофель, огурец, перец, горох, свекла, морковь, капуста. Морковь, картошка, лук и свекла. Растет под землей, а над землей растет помидор, перец и огурец живет, растет над землей. Упражнение номер 4, ребята, дополните предложение словами. Напиши предложение на родном языке, русском языках. Под землей растут картофель, морковь, свекла. Черастная картофель, вся весна зажаусита. Над землей растут помидор, огурец, перец. Через зона кьяр прошусит. Какой овощ растет и под землей, и над землей? Лук растет и под землей, и над землей. Пьяс имеет жирным астрозида. Упражнение номер 5. Составь по схеме рассказ про любимый овощ. Что это? Мой любимый овощ — это помидор. Где растет? Помидор растет над землей и на грядке. Какой цвет помидор? Красного цвета. Какая форма? Форма помидора круглая. Какой вкус? У помидора вкус сладкий, иногда кислый. Что можно приготовить с помидором? Можно приготовить различные салаты. Упражнение номер 6. Произноси скороговорку. В городе у Федоры покраснели помидоры. Упражнение номер 6. Вставь в предложение нужный глагол в будущем времени. Напиши. Овощи над землей будут срывать, овощи под землей будут выкапывать. О чем ты сегодня узнал на уроке? Сегодня на уроке я узнал о том, где растут различные овощи.